Информация о спасателях поступила в 17:20 от оперативного дежурного. Прибыв на место, сотрудники Южного регионального спасотряда МЧС организовали оцепление места происшествия для беспрепятственной расчистки дороги техникой. Эвакуировали людей, находившихся за сошедшим селем, и с помощью лебедки освободили заблокированные автомобили. Всего эвакуировано около 60 человек, из них 6 детей. В 21 час работы были завершены, сообщает пресс-служба ЮРПСО.